Доброго времени суток всем, вас приветствует канал «Белорусское пчеловодство». И сегодня мы снимаем видео для пчеловодов, которые хотят услышать наши ответы в своем видео, которое мы будем снимать для начинающих пчеловодов, да и в принципе всем, для всех тех, кто интересуется нашей пасекой, нашей деятельностью, в принципе, по общим вопросам пчеловодства, по вопросам болезней, вредителей пчел. Мы открываем все такое, будем, ну, не открываем новый плейлист, а начинаем снимать такое видео, которое будет озаглавлено и начинаться так: хэштег на карандаш. То есть вы пишете вопрос свой в комментарии под этим видео, под другими видео пишите вопросы, комментарии. Хэштег, то есть решеточка на карандаш вместе. Да? Андрей, в описании обязательно напиши это, да? Покажи, да, даже, может, как на фоне. Что? На карандаш. Что значит на карандаш? Мы берем ваши вопросы на карандаш, записываем их в журнале, от кого пришел вопрос, от пользователя YouTube или от нашего подписчика. Или от нескольких пользователей, если похожие вопросы. Да. Мы берем этот вопрос на карандаш, едем к нам на пасеку, показываем, как это происходит у нас на пасеке. Показываем, как мы это делаем, раскрываем вопросы, есть какие-то, если есть какие-то вопросы по болезням, вредителям, к Шушиначеву, он у нас уже на канале давно и много раз выступал, поездили мы к нему на пасеку. Что касается породности, тоже есть люди, которые могут ответить на ваши вопросы. Так что хэштег на карандаш и задаем вопрос. Хэштег на карандаш и задаем вопрос. То есть мы берем это на карандаш и снимаем следующее видео. За зиму это что мы готовим, да, прорабатываем, и уже когда мы едем на пасеку, на нашу, мы уже знаем, о чем будем снимать видео, отвечая именно на ваш вопрос. Да, да, то есть это будет интересно. И это будет так называться, хэштег на карандаш. То есть мы берем это на карандаш, записываем и отвечаем на ваш вопрос, конкретно видео. Почему, объясню ситуацию. Канал становится более популярный, канал становится, большая аудитория. И поверьте, физически просто нереально невозможно ответить на все вопросы. Да, приносим извинения, что мы просто физически не можем ответить на вопросы. Нам хотелось бы это сделать, но просто мы не успеваем это сделать. Есть основная работа. Есть YouTube, есть пчелы. Да, по возможности стараемся, кому-то с задержкой отвечаем на вопросы. Для этого мы и придумали вот такую вот фишку, да, чтобы нам видео раскрывать, чтобы вы не обижались, а видели ответ на свои вопросы. Хэштег на карандаш, и мы все тут же отвечаем на вопросы. Да, что мы, нам кажется, что это просто, и это не надо снимать. А в другом, а вам это кажется сложно, и мы бы вам раскрыли ваш вопрос. Конечно. То есть, конечно, чтобы взаимопонимание было. Чтобы мы снимали то, что нужно вам. Конечно. То есть вот это вот для этого и придумывается наш хэштег. Поэтому пишите свои вопросы, начинайте свой вопрос с хэштега на карандаш. И мы будем отвечать в своих видео на ваши вопросы. Начинающие, опытные пчеловоды, медоварение тема пишите, тоже будем раскрывать. Да, поэтому, начинающие, как бы... главное не стесняйтесь, это в первую очередь для вас. Да. Все любые вопросы, проблемы какие-то пишите, чтобы мы в видео их раскрывали. Все, спасибо вам за внимание. Да. До свидания. До свидания.